Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит. Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей. Алимбет – народный букмекер. Дмитрий Анатольевич, насколько информативным получился спарринг? Да, конечно, очень информативный для нас спарринг. Мы, в принципе, готовы были к такой жесткой, серьезной борьбе. Этот матч тяжело назвать товарищеским. Да? Здесь обе команды решали свои конкретные задачи. Я скажу, что нам в целом многое сегодня удалось с точки зрения физических наших возможностей. Естественно, были какие-то недоработки в тактическом плане, но это нормальные вещи пока на сборах. Да? Выдержали темп, выдержали агрессию, но, естественно, хотелось бы лучше распоряжаться моментами, которые мы создавали, когда подходили к штрафной площадке соперника. А так много информации, больше позитива сейчас, потому что мы понимаем, что все через призму больших нагрузок мы рассматриваем. Посмотрели ребят, новичков в деле, новые сочетания. Я доволен. Спасибо.